Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Теперь можно в целом обрисовать обстановочку на Леоне II и что же на самом деле произошло. Парнишка там задал вопрос, что я типа замылил там, как-то нечетко что-то там-то, что-то где-то украли, что-то это. Там ему ответили в комментарии, видно кто-то из клана, ну, из тех присутствующих, кто был в ТС тогда, написал этот комментарий, я не знаю, кто это. Но в целом он описал все просто четко, четче некуда. Вот я прочитаю этот комментарий и расскажу в целом, что происходит на Леоне II и какой баланс сил будет дальше в видео. Вышел по факту Яган, бывший ворон из состава Али. Одним днем зашел, сказал: Леона 2, выходим из состава Али, Джастис. Мне надоели все эти подковерные игры Сената, Альянса и прочее. Хочу, говорит, новый Альянс построить с Блэк Джеком. При этом красный дроп только топом. Ну, а фиол обычным работягам. Ну, шучу, ладно, шучу. Алмазы замка топом. Никакой демократии, только диктатура. Как итог, вышел из состава Альянса только его клан. Интересно, почему? А остальные три клана Альянса на Леоне II сказали прямо: нам это нахер не нужно. А он тут думал, что за ним все пойдут. Он обиделся, расстроился. Нажаловался Мамбе, которая залетела в ТС, обсуждение оставшегося Альянса. И покрыла всех куями. Ну там чуть-чуть было не так, что именно случилось. Я не буду коверкать правду. Случилась так, нелепая ситуация. Кто-то из соклан сказал, что Рита, сеньорита, вы? Я из-под ногтей. Ну и малую понесло. Полностью поддерживаю сказанную в сторону данного человека. По одной причине, что... Вас просто сейчас всех перебанят куям и идите своей дорогой. Ей можно на всех выложить, а в ответ ничего сказать нельзя. Ты не имеешь буста, ты не имеешь права голоса. Она ворвалась, клан ТС, типа вы кидалы. Только кто кого кинул в итоге? Продажа персов, махинации с брюлями, все работают и бустят одного человека, ну и топ-20 на похлебке. Я так понимаю, для человека люди... Это обычные цифры. И только. Я прекрасно понимаю, что ждет нас на трансфере. Зная человека по игре как ворона, что-то пошло не по плану. Давайте посмотрим рейтинг. Видим Яган, клан Фур так и остается. Но дальше происходит следующее. Вот эти все лица были в клане Фур. Ну короче, топ-10 была в клане Фур. Но что-то пошло не так. Появилась какая-то третья сторона ПВЕ. Но это не тот клан ПВЕ, это отдельный клан, вообще не относящийся к вышесказанному. Третья сторона, клан ПВЕ, это не с Альянса Джастис, как описал тот человек в комментарии. Сейчас на данный момент на Леоне II есть три стороны. Это Джастис, без ворона, Яган, естественно. Третья сторона, вот этот клан ПВЕ, который выбрал нейтралитет. И потом в итоге, короче, кто-то захватывает замок Геран. Я не знаю, что это за клан. Хрючевало 2. Забирают у Ягана. А кто это делает? Не знаю, там третья сторона ни при чем. Ну, может, при чем, я не знаю. Какие-то мистические силы произошли. Что-то случилось, там какие-то вудуистские магии поработали, мне кажется. Короче, у Ягана отбирают замок. То, что после чего Яган всю ночь просто его бомбит. Вот я на данный момент делаю видео. По межсерверу, не знаю, где именно по межсерверу, но на Леоне 2 по всем локациям, просто по всем зарычам. Дионовским, Лудиновским. Даже если бы там можно было улететь в первую локацию, откуда начинали, я думаю, он бы туда прилетел. Так, давайте немного, ну, как мы знаем, замок, где он был на клане OG, но... Случилась тоже прискорбная ситуация. Вот когда вудуистские силы каким-то образом захватили замок Геран, Яган перепутал замок Геран, наверное, хотел забрать замок Геран, но он побежал на замок Дион. В итоге три раза он пытался прорваться, даже нас тэпнул. Мы отбились от него.
принял поражение и больше не приходил. Мы немножко расслабились, и мама Мазая просочилась сквозь толпу. Я не знаю, каким образом это произошло, я в шоке просто, честно. Эта мама Мазая, она разломала кристалл, зашла в тронку, перекастовала на себя замок. Мы ж, короче, ломанулись опять обратно, такие, что за дела? Сломали ворота, у нас фотографическая память. Мы опять встали на ворота и забыли, что у нас забрали замок. Время закончилось, и замок стал у мамы Мазая. Ну, после чего, вот видите, скрины, Мазай набирает клан, он имеет замок. Вот такие паранормальные явления произошли. Я Мазай говорил, что ты станешь легендой. А, вот еще какие-то анонимы попросили меня вставить вот этот кусочек видео, как они красили Ягана. Я не знаю, зачем они это сделали, но после того, как они его покрасили... Мы увидели, что появился головорез Яган, и после этого убили его. Но я не знаю, зачем они это сделали. Но потом, после того, как покрасили Ягана, Яган не появлялся целый день. Ну, естественно, без Ягана, без руководства. То, что осталось от его, как он говорил. Определенный, конечно, макет Альянса уже есть. Накрепить, как говорится, мясо, там вот это вот все накидать. Ну, короче, остаток этих людей без руководства, без Ягана ничего не может сделать. Тогда же, как мы вот видим, был пробужденный Каменук. Тоже, как бы... что-то не очень получилось. Оказывается, Яган не такой страшный, как он себя рисовал. А что держит людей, которые сейчас с Яганом в клане Фюр? Он залез в свои закрома и там повыдавал разную краснуху, кому что пообещал, я не знаю, точно не скажу. Это именно и держит этих людей. Я там уверен, пару людей максимум с ним хотят на вольной основе идти дальше, но остальных держит только то, что он нахрючил за это все время. То, что один человек решает за весь Альянс, это неправильно. Как говорится, не засал и пошел против системы. Почему у Джастис все получилось? Ребята с клана ОГ и не только прошли огонь и воду. И то, что произошло, еще раз доказывает, насколько сплоченность решает и доверие. Почему я ребятам доверяю? Один лишь ответ. То, что слово свое держит, а не пустозвоны. Один народ, одна империя, один фюрер. Нет. Один человек решил, и все должны следовать. Это диктатура. Я пришел в демократический альянс, что все друг другу равны. Но мыльный пузырь лопнул. Ребята сказали нет. Мы думаем по-другому. За что был прокинут вар от клана Фур? Мамба. Всех кикнуло с дискорда. ТСа. Ребята знали, что им не противостоять против Ягана. Они попробовали, у них получилось. Нет проигравших. Нет победителей. В этой войне на Леоне 2. Просто что-то пошло не по плану. И не пришел тот день, что один человек убивает 100. Власть... деньги делают с людьми разные вещи. То, что будет в будущем, что произойдет, мы увидим. Я очень рад, что ребята не побоялись работяги против системы. Я скажу так, что я никого насильно за собой тащить не собирался и особо сильно никого не рекрутил. Хозяин сервера на своем сервере делать может все, что угодно. Сейчас я знаю точно, что если я уйду из игры... мои ребята останутся без хорошего командования. И это не так страшно,